Улыбчиво во всем настроение. Сегодня мы свяжем две последние детальки для нашей лошадки. Это хвостик и грива. Итак, давайте начнем. Сейчас мы свяжем хвостик. Начинаем, как обычно, с двух воздушных петелек. Один, два. В первую петельку делаем 4 столбика. Один, два, три, 4. Дальше провязываем столбик, прибавка, столбик, прибавка, чтобы получилось 6 столбиков. Итак, столбик и прибавка. Дальше столбик и прибавка. Получается 6 столбиков. Формирую детальку вот так. И дальше провязываю по кругу, по счету столбик в каждую петельку 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, дальше я спрячу этот хвостик, чтобы он мне не мешал. Вот так. И отмечаю начало нового ряда. И следующий ряд 2 столбика плюс прибавка. Один. Два и прибавка. Деталька здесь маленькая, но мы не спешим. Дальше один, два и прибавка. Следующий ряд провязываем прибавка, следующая петелька прибавка. Один столбик. Дальше убавка. И один столбик. И еще одна убавка. В этом ряду должно получиться 8 столбиков. Отмечаю
новый ряд и провязываю прибавка. Дальше еще одна прибавка. Два столбика. Один, два. Убавка. И два столбика. В этом ряду должно получиться 9 столбиков. Отмечаю новый ряд. Дальше провязываю прибавка. И 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В этом ряду должно получиться 10 столбиков. Отмечаю новый ряд. Следующий ряд. 4 столбика плюс прибавка. 1, 2, 3, 4 и прибавка. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Отмечаю новый ряд. Следующий ряд 5 столбиков плюс прибавка. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Следующий ряд провязываем без изменения. Столбик в каждую петельку по кругу без изменения до конца ряда или же по счету 14 столбиков. Провязываем столбик в каждую петельку по кругу без изменения. Провязываем до конца ряда. Отмечаю новый ряд и следующий ряд 5 столбиков плюс убавка. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. 1, 2, 3, 4,
5 и убавка. В этом ряду должно получиться 12 столбиков. Отмечаю новый ряд и следующий ряд. 1 столбик плюс убавка. Столбик и убавка. Дальше столбик и убавка. Итак, провязываем до конца ряда 1 столбик плюс 1 убавка. Провязываем. Последняя убавка. Вот, отмечаю новый ряд. Следующий ряд провязываем без изменения. Столбик в каждую петельку по кругу до конца ряда или по счету 8 столбиков. Столбик в каждую петельку по кругу без изменения до конца ряда. Вот так. И еще последний столбик. Получается вот такая деталька. Теперь нужно ее наполнить. Наполняем. Я наполняю хвостик практически пустой, наполняю только вот эту часть. Вот так. Получается вот такой маленький хвостик. Следующий ряд. 2 столбика плюс убавка. Итак, 1. 2 и убавка. Дальше 1 2 и убавка. В этом ряду должно быть 6 столбиков. Ленточка мне больше не нужна. Дальше я провязываю 1 столбик и еще один соединительный столбик, чтобы переход был плавный. Вот так. Вы можете оставить нить для пришива. Я нить для пришива оставлять не буду, так как буду пришивать хвостик тонкими обычными ниточками. Срезаю нить, закрепляю петельку и спрячу хвостик вовнутрь.
Вот так. И получается вот такой хвостик для нашей пони-единорога. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Сейчас мы свяжем гриву. Для того, чтобы связать гриву, нам нужна цепочка из воздушных петель. Провязываем 25 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Во вторую, или это даже третья, ну, если эту петельку считать, пропускаем одну петлю и в третью петельку провязываем 2 столбика с накидом. Один. Два. И дальше в каждую петельку мы провязываем по 2 столбика с накидом до конца цепочки. Провязываем в каждую петельку, провязываем по 2 столбика с накидом. Провязываем. Я уже провязала по всей цепочке. Получается вот такая деталька. Дальше я провязываю 3 воздушных петли подъема. Разворачиваю вязание и продолжаю вязать по цепочке. В эту же петельку первую я провязываю 2 столбика с накидом. 1, 2. В следующую петельку провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В следующую петельку 2 столбика с накидом. 1, 2. В следующую 3. И так чередую по всей цепочке до конца. 2 столбика с накидом, 3, 2, 3. И так чередуя, провязываю до конца. Провязываем. Я уже провязала до конца цепочки, и получается вот такая деталька. Обрезаю нить, закрепляю хвостик, и дальше вот эти хвостики я аккуратненько, чуть попозже, когда буду прикалывать готовые игрушки, заправлю между цепочкой вот таким образом. Чтобы она не мешала. И дальше. А пока
Вот такая деталька должна получиться. Она потом уложится в красивые волны. Я надеюсь, у вас тоже все получилось.